Сегодня нарисуем такого симпатичного олененка. Начинаем рисовать олененка, рисуем его глаз. И здесь пройдет линия щечки, поэтому здесь не замкнутый круг, затем зрачок. И оставим здесь светлое пятнышко, немножко закрасим. И покажем века. Теперь покажем светлое пятно вокруг глаза. Дальше идет щечка. И дальше мы покажем теперь линию лба. Переходит к носу. И нос рисуем вот так. Мы потом подправим. Сейчас он будет такой, как маленькая коробочка. И ротик открыт. И голова. Рисуем вверх головы. И здесь будет ухо. Поэтому рисуем форму уха такими волнистыми линиями. Мы видим даже внутренность уха. И второе ушко там будет видно тыльной стороной. И покажем, как шерстка у него лежит. У олененка. Так. Вот. А теперь показываем саму грудку. Берем черный карандаш и обводим всего олененка. Я вот начинаю с ушка. Здесь кончик будет темный. Второе ушко. Здесь показываю более темным цветом. Дальше мы обводим лобик и показываем шерстку здесь. Здесь шерстки немножко. Продолжаем обводить. Доходим до носика. И вот теперь, вот где вот эти грани, мы их оставим более светлыми. Сейчас вот даже не будем закрашивать. Вот закрасим вверх. Здесь. Такая у нас как коробочка была, сейчас получится носик. Только он влажный, блестящий и отражает свет. Дальше мы покажем мордочка, щечка, щечка. И обведем вот эту область вокруг глаза. Это будет более светлое. И теперь сам глаз, века. Здесь очень аккуратно, здесь мы оставляем светлое пятнышко, зрачок обводим. Темнее делаем у этого края, а там мы пока не закрасим, туда мы добавим другой цвет. Теперь я возьму зеленый карандашик и вот тут вот перед белым пятнышком добавлю зеленый цвет. Видите, как сразу глазик заиграл? И вокруг добавлю зеленый цвет. И сразу глаз стал живой, потому что с бликом света, отражением света, он смотрится очень красиво. И продолжаем обводить. Мордочка. Рот у него открыт. Мы сейчас обведем, покажем эту область.
это вот щёчка. Ну, это мы потом добавим другим цветом. Грудка. Здесь вот ножка даже будет видна. И вот передняя ножка. Но мы не будем рисовать всего олененка. Мы покажем только его верхнюю часть. Вот это вот у нас будет рисунок. Теперь я беру оранжевый карандашик и начинаю заштриховывать. Штрихи такие линии, которые прокладываются одна рядом с другой, я не надавливаю. Второе ушко. Очень равномерно стараюсь закрашивать. Если не получается равномерно, проходим вторым слоем. Внутри ушка. Здесь ушку мы покажем тень. Вот наполовину проведем и вот здесь вот потемнее. То есть сделаем еще один слой штриховки, и здесь будет сразу более темный цвет. Теперь голова, там где потемнее шерстка. Видите, я прокладываю штриховку в разных направлениях. Самое главное, чтобы получилось равномерно закрашено. Теперь показываем мордочку. Теперь возьмем желтый карандаш и вначале сделаем штриховку желтым карандашом. Это будет основа. И даже здесь все заштрихован желтым. И грудку покажем желтую. Видите, я вот здесь вот провожу линию. И вот здесь вот желтым. И внизу щечки. И всю щечку даже заштрихуем. И вот где мы оставили белое, тоже сделаем. Переберу оранжевый карандаш и смотрите, вот где мордочка опускается, спускается, мы здесь возьмем и покажем оранжевым карандашом более темный цвет. А вот здесь вот будет тень, здесь я еще сильнее даю, еще больше даю цвета. Щечка. Прямо можно вот так вокруг надо. Вокруг начать заштриховывать, оставляя светленькую часть. И сразу щечка становится выпуклой. Мы оставили светлую часть, и сразу она выпуклая. И заштриховываем всю оставшуюся часть тела. Штриховка в разных направлениях. И здесь вот мы видим другую ножку. Желтым карандашиком заштрихуем веко. Оранжевым покажем тень в уголке. Теперь берем коричневый карандаш и начинаем серьезно работать с тенями. То есть мы сюда добавляем темный цвет. Это ушко осталось в тени. Свет падает отсюда. Вот мы сейчас добавим здесь штриховку, затеним. Голова у него здесь тоже будет в тени, часть головы.
здесь тень падает от мордочки на шею. Здесь даем тень. Здесь вот, где ножка начинается, там теневая сторона тоже. И можем вот здесь вот немножко так вот показать. Это волосики светлой части. То есть мы когда дадим коричневым карандашом такие вот полосочки, получается как это как шерстка. И, конечно же, спинка будет более темная. Мы ее заштриховываем более темным цветом. Здесь немножко в тени будет, и эта теневая часть будет. И вокруг щечки сейчас мы добавим. Сейчас мы волосики добавим вот так коричневым карандашом, там где у нас черные были, мы сейчас добавим коричневым шерсткой. И здесь немножко. Красным карандашиком заштриховываем внутри ротика. И немножко здесь вот вторым слоем дадим, чтобы здесь потемнее было. Тут тоже тень падает. И поэтому здесь более темный цвет. И в ушки. На лобике здесь мы добавим волосики тоже. И на мордочке добавим тени. Ну что, очень симпатичный у нас получился олененок. Привет, олененок. Ты теперь будешь с нами. Что бы нам подправить? А мы вот сейчас реснички нарисуем здесь. И здесь вот немножко реснички от другого глазика мы их видим. Вот как мы красиво нарисовали олененка. У вас тоже должен получиться примерно такой же. И понадобилось нам всего несколько цветных карандашей. Приходите в гости, будем рисовать вместе. Рисовать вместе легко и весело.